абсолютно честно. Девчонки могут бороться с ребятами в данном возрасте, еще это можно. Миша, туда. Ого, бросок. Да. Ну, я скажу, что Настя у нас в Кудовском районе звездочка, поэтому она выигрывает красивым броском. Но если кто-то хочет вызов бросить, но правила-то у нас какие? Сколько раз надо выиграть? Три раза. Дарина, есть возможность еще раз побороться. Сразу не прыгай. Хотя бы еще раз. На выносливость. Коми народ выносливый. Посмотрите, две схватки подряд выиграть. А еще и третью можно. Так, есть выход. Хорошо, Настя продемонстрировала вторую победу. Вы думаете, Дарья слабенькая девочка? Она тоже может вытолкнуть. Вы видите, она тоже сопротивляется. Так что не надо сбрасывать Дарья со счетов. На себя, Дарья, и в сторону. На себя и в сторону. Да, интересный поединок получился. Две победы пока у Насти, третья. Если она ее одержит, то будет первой. Да, видно, спортсменки немножко подустали. И вот здесь характер-то и проявляется. Вот стоп, а вот был выход у Насти. У Насти одной ногой был выход, поэтому одна победа у Дарины. Ой, сложная борьба будет, сложная. Так, опять победа у Насти. Да. Это что-то. Вот смотрите, как спортсменки устали, но никто не хочет сдаваться. Это характер коми народа. Не иначе. Ушиб небольшой был. Так, ну что, давайте спросим у участницы, будет она бороться или нет. Все получится. Нет, еще никто из них не хочет сдаваться. Характер у спортсменок. Так, молодцы. Давайте похлопаем. Давайте, стоп, Саша, надо дать секунду заправиться. Нормально, заправиться будет. А спортсмены не могут определить победителя. Значит, борьба на пальцах. Ай, да, вот здесь уже явно победила Настя. Похлопали Насте. Ну и Дарины тоже похлопали. Молодцы, они хорошо сегодня поборолись. Ну что, сюда за награждением. Так, награждаем обоих участников, поприветствовали еще раз. Спасибо большое им, хорошо они показали свою технику, вынос.